Аффирмации для шестой чакры аджна. Йоги утверждают, что тот, кто овладел ею, разрушает все свои кармы прошлых жизней. Такой человек становится свободным и приобретает все существующие на свете силы. Естественно, у нас у всех есть ограничивающие убеждения, но нам нужны новые мысли, которые смогут нам помочь в приобретении нового мышления. Новые мысли. Я освобождаю себя. Я разрешаю себе понимать, что говорят другие люди. Думать, обобщать и делать выводы. Мой ум работает великолепно. Я имею то, что имею, и это мое, а людям не обязательно знать то, что я вижу. Я отпускаю свой страх одиночества и отверженности. Я помогаю людям, только когда меня просят. Люди имеют полное право проживать свою жизнь так, как им хочется. Я от рождения наделен всем необходимым, чтобы жить и выживать в этом мире. Я расслабляюсь, а третий глаз откроется тогда, когда надо. Люди меня любят не за то, что у меня есть, а потому, какой я человек, каким я являюсь, и я принимаю себя. Я смотрю в глаза этому страху, переживаю его и отпускаю. Я также бесконечен, как мир вокруг меня. Наши силы равны, я живу в мире и согласии с людьми Вселенной. Мысль внешняя равно внутреннему, и я смотрю прямо в свой ум. Мои идеи нужны прежде всего мне самому, самой. Я выбираю ту, которая мне нравится больше всего, и шаг за шагом воплощаю ее в жизнь. Время всегда работает на меня. Непреодолимых препятствий не бывает в природе. Я даю себе время на преодоление его. Я смотрю на него, и решение приходит ко мне. Значит, пришло время перемен. Я впускаю их, осмысливая пережитый опыт и принимая позитив в свою жизнь. Боль и страдания показывают мне, где я отделяюсь от целого. Я иду в эту боль, переживаю и отпускаю ее. Я учусь видеть в жизни положительные стороны. Поскольку верх равен низу и внешнее равно внутреннему, то во мне есть все необходимое для успеха, и уж силы тем более. Я позволяю им проявиться. А я буду играть. Мне не важен результат. Мне важен сам процесс игры. Получится или не получится. Я иду учиться, как воплощать свои идеи в жизнь. Раз я нахожусь в этом мире, то значит бестолку бегать от него, придется смириться. Я принимаю его и проживаю свою жизнь так, чтобы ее потом было приятно вспоминать. Какие бы ни были бега, а жизнь все равно сплошная учеба, сплошное набирание опыта. Сопротивляясь учебе, я только продлеваю то положение, в котором нахожусь, и свои страдания тоже. Я сдаюсь, я учусь, когда надо, и я все-таки действую. Я каждый раз отмечаю, сколько времени требуется другим людям на решение задач, которые стоят передо мной, и каждый раз спрашиваю себя, это много или мало? Вещи, которые я создаю в своей жизни, помогают мне реализовать себя и духовный потенциал. Я позволяю силам выйти наружу. У меня все получится.
Даже если я ничего не делаю, я все равно отвечаю за это. Поэтому я выбираю действовать. Сейчас я действую и набираюсь опыта. Приятно, когда что-то получается своими руками. Я разрешаю себе действовать, я разрешаю своей творческой энергии течь. Логический ум мне тоже нужен, и я тренирую его время от времени, разрабатывая планы. Видя свою боль, я учусь видеть человеческую боль, учусь сопереживать людям. Теперь я учусь действовать, пропуская свои поступки через сердце. У меня получается. В своих действиях я постоянно прислушиваюсь к тому, что говорит мне мое сердце. Я учусь действовать от сердца. А сейчас заиграет мантра, поэтому желаю вам приятной работы над собой. С вами была Юлия Жукова.